7 мая спецрейс доставил в Одессу 12 военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице Facebook. На медицинском транспортном самолете доставили 12 раненых, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. У ребят минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки, у некоторых соматические заболевания. Бойцов доставили в военно-медицинский клинический центр Южного региона, 411 госпиталь. Волонтеры начали сбор средств на приобретение необходимых лекарств и расходных материалов. Деньги на приобретение лекарств можно присылать на карточку Приватбанка 51 68 75 51 12 65 29 42 на имя Танцюра Андрея. Для перечислений из-за рубежа: Western Union or MoneyGram, Танцюра Андрей, Одесса, Ukrainian 65 00. Желающие оказать помощь также могут связаться с волонтером в соцсети Facebook.